в центре вселенной. Привет, друзья мои нетерпеливые. Наконец-то мы вырвались в Киев. Вот, покататься. Может, попадем на выставку электротранспорта. Взяли с собой трайчик. Сейчас мы все покажем. Взяли трайчик с собой. Вот, красавчик. Да? И, конечно же, опа! Да, это тот самокат, который 20-го... Грузовой. Справа от нас Днепр. Такой широкий, красивый Днепр. Так вот, друзья мои, мы совсем близко. Совсем рядышком. Еще каких-то километров 30, и мы на месте. Разгружаемся и катаем. Спилберг за нами гнался. Это Серега. Это киевлянин Серега, тоже с дрифт-трайком. Это мы созвонились вот и сейчас крутанем, буксанем, а что нет? Я думал, тут если будем газовать, то пофиг всем, правильно? Серж, ну он тарахтит шибко. Это надо наверх туда? Ну все, сейчас разгружаемся и наверх тарахтить. Срочным образом, срочно. Никита, о, я слышу. Доехали, добрались к стадиону Олимпийскому за спиной. Едем катать сверху на парковочке. Поехали. Это реальная тарахтушка. Это тарахтушка. Thank you.
так. Наш друг Бантик Серж расстреляет наш трайчик. Это вот его электрический. Это электрический Сержика байк. Такой трайчик. Это Серегин электрический трайк, а Серега сейчас пробует на нашем бензиновом трайчике. Сейчас мы посмотрим его, понравилось ему или нет. Его теперь не снимет. Неплохо. Неплохо? Ну, если неплохо, это уже хорошо.